Ну что, коллеги, у нас остается последние 15 минут до окончания, 12, до окончания подачи заявок. Проверяем, все ли у нас окей. Скачиваем заявку. Открываем ее, смотрим. Цена выкупа 1 466 600 рублей. То есть, смотрите. Это 6000. Ну, в принципе, давайте, наверное, я прям еще одну подгружу на всякий случай. Здесь у нас цена не прописана, наверное, сделаю без прописанной цены. Вот на всякий случай. Последние минуты все проверяем, как видите, у меня все уже было подгружено. ЭЦПшка работает. Проверяем паспорт, ННН, паспорт, доверенность, ННН, платежное поручение, договор, задатка, заявку на участие. Нажимаю подписать все документы. Нет данных для подписания, то есть они все подписаны. Нажимаем заявка на участие. Здесь у нас еще есть время. Пока ждем. То есть поле с документацией заполнено, осталось нам только с вами указать цену и все. То есть до окончания, вот здесь нам пишется, что осталось 9 минут. Ну, минут 5 еще ждем, 4 так точно. А потом вместе с вами подойдем. На самом деле, независимо от того, что сколько я работаю с торгами, вот все, видите, что там у нас 4 утра, независимо от того, сколько я работаю с торгами, у меня последние 5 минут, у меня всегда идут, ну, очень волнительные такие моменты. То есть очень волнуюсь, очень переживаю. Здесь мы видим прием заявок, есть они или нету. Вот здесь вот это надо учитывать. Здесь вот окончание через 9 минут. Почему-то у меня показывает. Но в любом случае мы ориентируемся на площадку. Восемь минут останется, когда у нас последние 5 минут, мы заполняем цену и отправляем. То еще 3 минутки ждем и отправляем. Если у нас видно, сколько участников на площадке, вот это вот очень важно соблюдать, иначе мы можем, нас могут, нашу цену просто могут перебить. А так мы хотя бы предварительно знаем, насколько мы можем поднять и насколько не можем. То есть 8 минут остается до окончания приема заявок на периоде. Завтра мы уже будем знать, стали ли мы победителями или нет. Остается 7 минут. Ждем еще какое-то время. То есть вот она. Смотрим все этапы. Вот начальная была 1800, конечная 1400, но у нее рыночная 2 миллиона, то есть на 500 тысяч она дешевле. Это как бы это нормально. Обновляем. Смотрим. Возвращаемся в наш Internet Explorer.
чтобы нам время с вами не просидеть. Видимо, еще 7 минут остается. Шесть минут, как мы увидим, 5 минут мы будем указывать цену, и уже можно будет подавать заявку на участие. То есть как только увидим 5 минут, ну там может быть 4, мы можем уже добивать, забивать и отправлять. Уже как бы ничего не поменяется. Хотя, знаете, и в последнюю минуту могут подать заявку на участие. 6 минут, и потом мы с вами просто будем ждать, ну, будут ли другие заявки. Если других заявок не будет, то, в принципе, все окей, все классно. Если будут заявки, то там важно понимать, что мы цену здесь, в принципе, будем ставить минимальную, потому что нет смысла прям перебивать. Как видите, такого ажиотажа, конкуренции нету. 6 минут у нас остается до окончания подачи заявок. Все, коллеги, смотрите, у нас 5 минут. Ну, еще раз обновляем. Уже как бы пора. То есть, видите, нет заявок, ждать нечего. Нажимаем заполнить. Наша цена. То есть 1 446 666. Видим, да, то есть 1 446 666 рублей 66 копеек. Иногда копейки прям решают свое. Нажимаем подписать. Смотрите, заявок нету. Остается 4 минуты. Все, отправляем заявку. Все, коллеги, смотрите, наша заявка появилась. Вот наша заявка появилась, пока мы единственные участники. То есть ждем, обновляем до того момента, пока у нас не закончатся торги. Ну, то есть, чтобы важно понимать, там кто-нибудь перебьет нашу цену или нет. Здесь она появилась, значит, мы ее подали. Вот эти вот самые 5 минут, которые у нас остаются, там 3 минуты, они вообще самые такие нервные, потому что, несмотря на то, что профессиональный уже брокер, я все равно всегда прям нервничаю. Остается 2 минуты. Я периодически сама обновляю. Одна заявка, ну то есть раз в 2 минуты, скорее всего, вторая не появится. Ну, то есть это 98%, что второй заявки не появится. Потому что последние 5 минут обычно они уже там начинают.
Одна минута остается, переключилась. Остается одна минута, одна заявка. Ну, как бы все окей. Вот тут наша цена. Цена на торгах вот такая. То есть как бы нормально. То есть на 6 тысяч подняли, это немного. Можно было бы, конечно, вообще не поднимать, но вдруг у нас бы появились заявки, и мы бы потом, ну, не успели бы просто перебить цену, отозвать ее, заново подать. Менее одной минуты нам пишут. Одна заявка. В принципе, можем его 10 обновлять. Нам уже без разницы на самом-то деле. Нам главное вот этот вот момент. Здесь то же самое пишут. Менее одной минуты. Дата и время подведения итогов. 1 числа стоит в понедельник. 8 утра по нашему, по московскому. Пока еще этап приема заявок. Все. То есть, смотрите, окончание подачи заявок уже было. Обновляем. Все, смотрите, мы единственные участники на этапе публичного предложения. С нами заключат договор. Ну, то есть, если все окей, нас допустят, с нами заключат договор. Надеюсь, данное видео было вам хоть немножечко полезным.